какой спектакль вы сейчас ходили? Я ходил на спектакль «Усилие любви». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось? Понравился спектакль, понравился актер, выступление со мной. Конечно, понравился спектакль. Я вот хожу в театр. А на каких местах вы сидели, как вам было видно? Мне было хорошо видно, я сидел ряд 14 места, первое, второе. Могли бы вы претендовать другим зрителям, сказать так? Да, конечно. Хорошо, спасибо.